Всем привет! С вами Ольга Яблокова. И сегодня я вам расскажу, как двигать лошадь ногами на галопе. Как правильно должна работать нога на галопе. Значит, смотрите. Набираем повод покороче. И поднимаю лошадь в галоп. Как я это делаю? Значит, прежде чем лошадь поднять в галоп, я, наверное, шага 3 лошадь начинаю сдавливать ногами. То есть давлю. И на третий шаг такое делаю акцентированное движение, как бы сжатие ногой. И лошадь поднимаю в галоп. Итак, еще раз. Давлю. И раз. И поджала ногами. Теперь, как работает у меня нога? То есть я работаю поясница, бедро, колено, шенкель, пяточка. То есть у вас должно быть как бы такое движение. Поясница. Вначале толкаете как бы поясницей, потом бедро, прижимаете колено, шенкель и как бы пяточкой заканчиваете. То есть такое движение, как бы сдавливающее вперед, выдвигающее, расслабляющее. То есть выдвинули, расслабились. Выдвинули, расслабились. Еще раз. Значит, начинаю повод взяла короче. И теперь начинаю давить. И раз. И поджал. И теперь работаю поясничка, потом бедро, колено, шенки. И если надо, пяточки заканчиваем. Еще раз. Переводим шаг. Когда переводите шаг, делаете одержку. Лошадь переходит в шаг. Пяточки опускаете вниз. Не двигайте лошадь дальше, чтобы она у вас не бежала вперед от ноги. То есть пятку тянем вниз на переходе в шаг. Еще раз показываю. Поднимаем в галоп. Ножками сдавить и поджать. И лошадь пошла галоп. Едем дальше. Галопом. Ножками работаем. Поясница, шенкель, колено. Поясница, бедро, колено, шенкель. Хорошо. Переходим в шаг. Итак, я вам показала, как лошадь мы и поднимаем в галоп, и как мы ее двигаем. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите мне, я на них отвечу. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.